Таджикистан и всю Центральную Азию пытаются расшатать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие проблемы затронут нас в ближайшее время. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает, что в Центральной Азии и России необходимо создать проект превентивной экономики для объединения усилий в условиях мирового кризиса. Свое предложение он озвучил на саммите в формате «Россия, Центральная Азия». Считаем, что в текущих условиях странам Центральной Азии и России необходимо найти нестандартные подходы к формированию наиболее эффективной модели экономического сотрудничества, запустить совместный проект под условным названием «Превентивная экономика» для объединения усилий в условиях воздействия внешних шоков, отметил президент Таджикистана. Политика санкций в обход Совета Безопасности ООН стала не исключением, а правилом. Мы с беспокойством наблюдаем за этими процессами. Россия является ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана, и сотрудничество с ней в этой области занимает особое место в комплексе взаимоотношений двух стран, подчеркнул таджикский лидер. По его оценке, сегодня мы становимся свидетелями того, как действующая система глобального экономического регулирования переживает процесс переформатирования. В свою очередь, Владимир Путин призвал страны Центральной Азии присоединиться к программам импортозамещения. Россия заинтересована в присоединении Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Туркменистана и Узбекистана к российским проектам по импортозамещению, сказал он в ходе саммита «Россия-Центральная Азия» в Астане. «Заинтересованность в том, чтобы ваши страны подключились к масштабным инициативам по импортозамещению, другим программам и проектам. Уверен, это пойдет в пользу по развитию всех наших экономик, приобретению новых компетенций», сказал президент России. Также он подчеркнул, что Российская Федерация открыта к укреплению многосторонней кооперации с центральноазиатскими друзьями, в частности, к участию создании новых производственно-сбытовых точек, выстраиванию альтернативных логистических связей. Как вы относитесь к такому опасению нашего президента и к предложению президента Российской Федерации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также президент России Владимир Путин заявил, что внешние силы пытаются помешать связям официальной Москвы и стран Центральной Азии. К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся в мире и регионе ситуация. Происходят попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях, убежден политик. По его мнению, нарушаются складывающиеся на протяжении истории связи в политике, экономике и гуманитарной сфере. Путин заключил, что сейчас как никогда важно действовать скоординированно и развивать стратегическое партнерство. Российский лидер отдельно поблагодарил участников встречи за поддержку инициативы о проведении такого саммита. Ясно, что отношения между нашими странами строятся по самым разным направлениям и в разных форматах. Мы постоянно находимся в контакте, на прямой связи, отметил президент Российской Федерации, добавив, что контакты происходят в том числе в рамках различных объединений. Мы всегда можем посоветоваться друг с другом, отрегулировать те или возникающие проблемы. Президент Российской Федерации на саммите СНГ, также прошедшем в Астане, призвал использовать добрую волю при решении конфликтов на территории СНГ. Впрочем, он признал, что при всем позитиве взаимодействия на пространстве содружества существуют споры и разногласия. Надо, конечно, стремиться к тому, чтобы искать выходы. Предельно на принципах доброй воли, которая у всех есть. И нужно эту добрую волю по максимуму использовать, сказал он. Как сообщалось ранее, на саммите Центральной Азии и России Эмомали Рахмон в Астане лично обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой не вести политику в отношении стран Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу. А как вы думаете, правильно ли он сделал и что-то поменяется ли? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!